Прогулка на свежем воздухе повышает настроение и укрепляет иммунитет. Накануне Всемирного дня здоровья в Люберцах провели акцию «10 тысяч шагов к жизни». На празднике побывала наш корреспондент. Удобная одежда, кроссовки и даже лыжные палки к маршруту здоровья готовы. Однако ни один вид спорта не обходится без подготовки. Для участников провели небольшую разминку. Эта акция нужна для того, чтобы популяризировать ходьбу, популяризировать здоровый образ жизни, чтобы как можно больше людей занималось спортом. Спорт – это прежде всего жизнь. Это здоровая, активная, полная эмоций, чувств жизнь, которая позволяет совершать любые геройства и любые свершения. Для некоторых акция – это лишний повод побегать. В парке «Наташинские пруды» собрались воспитанники спортивных секций, а главными участниками маршрута стали члены клуба «Активное долголетие». Спорт же самое главное для жизни. Для здоровья. Мы гимнастикой занимаемся, вот в чем дело. Да, мы всем занимаемся. Мамонтова, все гимнастики. И сад-огород даже у нас тоже для здоровья. Бассейн. Вырастить красивые цветы. Бассейн, да. Акцию «10 тысяч шагов к жизни» проводят в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.